это бассейн. И напоследок сделаю видео. Я, кстати, в этого бассейна ни разу так и не поотдыхала, потому что очень хотелось море. А море мне дало подштанги. Не приеду больше сюда. Тут все хорошо. Есть, пить и спать я умею дома. Это мои друзья белорусские. Они были со мной на первом этаже по соседству. Ну, так как он подольше еще отдыхать, они перебрались на второй этаж. Говорят, вот хороший. И интернет бегает. Бегаем на балкон. Вот. Почему не буду? Вот джакузи. Тут плещется тут рыба. Я тоже в нем не была. Вот это шарик. Это наши все джакузи. Ага. Тут полотенечко думаю, всякие фигуры мы продаем. А вот это вот, ну видите, волкам. Риксос хотел. Вот. А Риксос, самое интересное, ходит нам купаться в нашу лужечку. У нас тут какой-то колодец, в нем такое с воды, а если нет отлива, то это как-то больше. Вот, и когда штормит, сегодня красный флаг везде, и Риксос и у нас. То есть это купаться в море нельзя, потом шторм. И большое течение. Везде приходится купаться. Это в этой луже. Ну, то есть от берега, что я его уже называю. Вот это алкогольный бар. Развлечения везде. Играет, писает, делает. Вот, иду я вам показать море. И объяснить, почему я сюда, именно в этот отель, с этой стороны этого гребаного Турина, Турана, как эта гора называется, больше отдыхать не буду. В отеле это вкусно, это приятно. Вот итальянский ресторан. По-моему, или рыбный, не помню, не знаю, не ходила сюда. Я тут ем совсем трошечки. Нет. Иду показать вам, здесь все отлично. Я же себе как не дом купила, чтобы жить. И приехала сюда на море. А в море, по факту, зайти, ну так, с берега, зачем мне нахрен оно с берега, если я хочу рыб? Это волейбольная площадка. Не играет, наверное, потому что очень активно солнышко. Я вам показывала, но я до конца не подходила. Это соседний отель. Я иду на пирс. Кстати, говорится, все его закрывают на ворота. Ну, чтобы дикие люди не лезли. А у нас он открытый, видимо, у нас диких нет. Вот, иду показать, почему я сюда не приеду. Потому что, у меня нет паруса. Своим новым планшетом снимаю вам краевед. Спасибо, сыночек, что тут такая модница, обладательница. Эльпрада. Эльпрада. Техники лежат. Смотрим под ноги. Что видеть? Вот это внутри.
женщиной киевской отдыхала здесь. Очень странно. Нашумевший Рицис, прям такой хваленый, и мой отель. Ну, как бы там 5 с плюсом, а тут 5 с плюсом. Как-то Рицис оказался дешевле, чем мой замечательный. Спрашиваю, а у вас рыбу красную дают? Дают. И белую тоже. Так, что вам показывать? Вот это вот те волны, вот тот шторм, о котором я говорю. Вот шторм висит вот такой красный флаг. Это течение. Значит, спиться в нас воду нельзя. И так каждый день. Говорят, что это только в ноябре. Не знаю. Вот он, риф. Вот тут он. Заканчивается 3000, так боюсь, как высоты, но с краю подходит. Вот он, этот риф. Я не наотдыхалась. Наверное, моря много не бывает. Мне его мало. Почему я глупая не взяла себе бутылку на 10 дней? Потому что глупая. Глазами вижу.
вам все рассказала. Когда здесь отлив, вот это вот вся, вот это вот днище, которое видно, мелкое, оно остается без воды. Стоит такое лохматое, как пустыня. Где-то я его показывала. Камни торчат, но сегодня немножко вода тоже отошла. Сейчас я немножко с берега зайду, потому что я не всегда уверена, когда по воде лажу с техникой. Не дай бог, гэпнусь. Технику жалко. О, бегемоты разноцветные в акулье. Вы их не видите, очень жаль. Вот они, красивые. Если бы можно было, я бы им кинула булку. Но нельзя. Ой, там целая стая плывет. Ёлы-палы. А, не видно. Видно, видно. Вот я вижу этих рыб. Вот я на них камерой наехала. Они надо вокруг моей тени колбасятся. Что там они нашли? У них там то ли какое-то собрание. Ой, вот они. Вот они, вот они. Красотки. Так, все, хорошо. Время. А это туда дальше, дальше. Там солнце на базу. Пауза выставляется. Сейчас нажму и выключу нафиг все.